Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то я проведу традиционный для этого дня вебинар в 16:00 по московскому времени. Прежде мы запустим голосование в нашем телеграм-канале, предложим несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, будет основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому обязательно постарайтесь найти время, подключиться к прямому эфиру, будет возможность задать вопросы, и я с большим удовольствием на них отвечу. Ну что, в целом, на этой неделе мы ждем очень важные отчеты США. Это данные по инфляции, индекс потребительских цен, который будет опубликован уже завтра. И в пятницу, кстати, тоже. Компонент инфляционного давления – индекс цен производителей. Это та статистика, которая точно поможет нам уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. Хотя с учетом того, что ранее было сказано представителями Федрезерва, и с учетом того, как вообще прошло последнее заседание американского регулятора, я думаю, что в ближайшей перспективе, 2-3 месяцев, мы, скорее всего, продолжим придерживаться с точки зрения того, что ФРС не будет торопиться с изменением ключевой процентной ставки. И плюс, то количество макроэкономических данных, которые нам предстоит проанализировать, я уверен, что в этих релизах мы найдем подтверждение позиции, точки зрения, усилим наше мнение относительно того, что американский регулятор сохранит статус-кво, что будет стимулировать покупки доллара. Я не настраиваюсь на какой-то серьезный рост американской валюты, потому что все-таки тот фонд, с которым мы работаем сейчас, это не что-то новое. Просто рынок адаптируется к новым условиям. И в отсутствие каких-то новых информационных поводов при текущей политике Федрезерва, скорее всего, мы будем наблюдать за монотонным, вялым, восходящим движением индекса доллара в район 105 пунктов и потенциально выше. Но опять же, очень многое зависит от реакции рынка на данные по инфляции, которые мы будем анализировать, собственно, уже завтра. Также на этой неделе куча статистики из Англии, поэтому, скорее всего, нам придется добавить в наш портфель еще британскую валюту, что, наверное, мы сделаем уже завтра, потому что именно первые данные из Британии будут опубликованы завтра утром. Это данные по рынку труда. Далее в среду отчет по инфляции в Англии, в четверг, по-моему, статистика по темпам экономического роста, промышленному производству и в пятницу данные по рыночным продажам. То есть практически каждая торговая сессия у нас будет инфоповод для того, чтобы поторговать британской валютой. И обязательно будем следить за тем, как будет изменяться позиционирование трейдеров касательно данного инструмента. В среду также предлагаю обратить внимание на данные по ВВП еврозоны. Это уже окончательная оценка за четвертый квартал. Будем следить за годовыми показателями. В прошлый раз все-таки чудом удалось удержаться экономике еврозоны выше нуля, 0,1% роста. Но могут быть сюрпризы, ведь мы уже начали свыкаться с крайне слабыми данными из еврозоны, когда даже экономика Германии второй квартал подряд просела и оказалась по темпам экономического роста на отрицательных значениях. И мы, как и все трейдеры, признали, что да, это самая настоящая рецессия. Почему бы не допустить сценарий, при котором еврозона тоже может оказаться на этом пути со всеми вытекающими отсюда последствиями для евро. Ну, понятно, что в таких условиях нужно будет больше лоббировать как бы идею того, что еврозона нуждается в более быстром снижении ключевой процентной ставки, потому что, на мой взгляд, и я надеюсь, вы со мной согласитесь, держать ставку высокой на тех уровнях, на которых она находится сейчас, когда экономика балансирует такой в рецессионной пропасти, это, наверное, даже очень глупое решение. Ну ладно, давайте по порядку. Индекс доллара 103.90, текущие котировки. С прошлой недели у нас куча заявлений представителей Федрезерва. Мейстер, Коллинз, Баркина, Кашкари, которые все как один поддержали идею того, что Федрезерву не стоит торопиться. Последние данные и именно прогресс на рынке труда свидетельствуют о том, что есть признаки усиления инфляционного давления. Нонфармы, когда общее количество новых рабочих мест 353 тысячи составило, это, в принципе, статистика, которая подтверждает такую жесткую риторику. Первичные заявки на пособие по безработице 218 тысяч, это тоже очень хороший показатель. Индекс активности в сфере услуг ISM рос с 55 до 53,4. Еще один индикатор
и, скажем так, сектор американской экономики, который будет стимулировать усиление инфляции. По данным инструмента Fed Watch Tool, какие у нас изменения с торговой сессии пятницы? В марте вероятность снижения ставки составляет 17%, в мае, по-моему, 53%. Ну, существенных изменений не произошло, но думаю, что и 17, и 53% это значения низкие в целом. И они подтверждают идею того, что трейдеры неохотно закладываются под идею того, что Федрезерв может променять ястребиную риторику на голубиную. В общем, по индексу доллара я сторонник того, что рост будет продолжен. Золото уже $2023 за тройскую унцию, ждем тестирования поддержки 2000. Сантимент меняется, толпа уходит в покупки, 65% трейдеров сейчас в длинных позициях. В пользу снижения золота также говорит продолжающийся рост доходности американских трейдеров с десятилетки уже на уровне 4,20%. Это максимум с 12 или даже 10 декабря прошлого года. Если эта динамика сохранится, то тогда золото может протестировать и значение ниже $2000 за тройскую унцию. Сегодня выйдет отчет от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Очень интересно посмотреть, как изменилась позиция институциональных инвесторов. Но я остаюсь скептиком и здесь, учитывая, что есть предпосылки для снижения золота. Наверное, держать сейчас деньги там не самое лучшее решение, поэтому фонды будут продолжать выходить из этого металла. По крайней мере, до тех пор, пока ФРС не подаст очевидный сигнал того, что пришло время для смягчения экономической политики, потому что этот сигнал приведет к ослаблению курса доллара и уже последующему росту золота. Но, как уже отметил, это не сейчас. Дальше. Доллар-канадец 1.3460. Данные по рынку труда, которые вышли в пятницу, по прогнозам должны были разочаровать. По факту цифры превзошли ожидания даже самых рьяных оптимистов. Уровень безработицы 5,7% с 5,8%. Занятость выросла на почти 38 тысяч. Это в два раза лучше, чем прогноз. Повлияет ли эта статистика на решение Банка Канады пойти на более раннее снижение ключевой процентной ставки? Я думаю, что нет. Даже сопоставляя и сравнивая показатели экономического роста, когда годовой показатель в США составил 3,3% в прошлом году, экономика Канады сейчас оставляет желать лучшего снижения на 0,3% последние цифры. И, конечно же, так же, как я уже отметил, в отношении еврозоны здесь нужно стимулировать экономику более мягкими условиями кредитования. Поэтому я настроен на то, что данные будут ухудшаться по канадскому доллару, а доллар напротив американский будет выигрывать. Поэтому цели движения выше уровня 1.35. Доллар-иена 149.22, максимум конца прошлой недели 149.57. 40 пунктов мы не достали до нашей цели, но уже по доброй традиции, когда мы говорим о том, что чуть-чуть осталось до целевого ориентира, буквально через несколько дней мы этой цели достигаем. Поэтому на контрасте монетарных политик я уверен, что через несколько дней мы придем к уровню 150 и выше. Евро против доллара 1.0790. Данные по инфляции в Германии, которые вышли в пятницу, очевидно, как и ожидалось, было зафиксировано снижение с 3,8% до 3,1%. Поэтому готовимся к еще большему снижению инфляционного давления в целом в еврозоне. И на этой неделе в четверг состоится выступление Лагард. Если она подтвердит, что в планах ЕЦБ снижение ставки, а по версии аналитиков в этом году она будет снижена на 125 базисных пунктов, полагаю, что евро может перейти к более активному снижению. Американский фондовый рынок S&P 500 5040 пунктов. Я вне сделок, но очень интересно ваше мнение. Держите ли вы еще длинные позиции, на какие уровни ориентируетесь? Поэтому обязательно дайте обратную связь, фидбэк. Попробуем оценить также и глобальные настроения рыночные с вашей стороны. И рынок нефти. Я по-прежнему за снижение $81.70 за баррель сейчас. Напомню, что в эту среду состоится, хотя здесь можно уточнить, может быть, даже во вторник, посмотрите, пожалуйста, точнее, экономический календарь, отчет, точнее, будет опубликован от ОПЕК, посмотрим на соотношение спроса и предложения. Я думаю, что все-таки будут признаки падение спроса, что должно негативно отразиться на стоимости углеводородов. И последнее заявление России о том, что в ближайшие месяцы могут быть пересмотрены квоты в рамках ОПЕК, и это в целом будет означать, что Россия увеличит поставки на глобальный рынок. Данные по инфляции с Китая слабые, рост запасов нефти в США и относительное спокойствие на геополитической арене, связанное с событиями на Ближнем Востоке. Это пока что тоже факторы, которые
способствовать снижению нефти. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!